Сегодня рецепт довольно простого салатика. Интересно сочетание копченой курицы со сладкой кукурузой и свежим огурчиком. Подойдет как для домашнего ужина, так и для небольших посиделок в узком кругу. Готовится быстро. Как это сделать, смотрите наше видео. Что нам потребуется? Копченая курица, свежий огурец, кукуруза, укроп, сметана и майонез. Огурцы разрезаем вдоль пополам, каждую половинку еще раз пополам и затем поперек на четвертинки. Курицу режем кусочками. Кожу по желанию можно оставить или удалить. У меня был окорочок, поэтому я срезала мясо с костей. Если возьмете грудку, готовить будет еще проще. Отправляем курицу к огурцам. Промытый и просушенный укроп мелко рубим. Кладем в миску к другим ингредиентам. Добавляем туда же консервированную кукурузу. Смешиваем сметану и майонез. Солить салат не надо. Заправляем и перемешиваем. Ставим в холодильник на 20 минут для охлаждения и подаем. Как видите, рецепт очень и очень простой. Все делается быстро, а получается вкусно. Приятного вам аппетита!